Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с компанией «Новатэк». В этом году предприятие выделит средства на реализацию в регионе социальных, образовательных, спортивных и экологических проектов, а также на поддержку коренных народов Севера. В правительстве Ямала рассматривают возможность строительства мясоперерабатывающего цеха в Новом Уренгое. Сейчас экологически чистая и натуральная продукция предприятия «Ямальские олени» не попадает на стол жителям восточной части округа. Этот вопрос планируют решить. В газовой столице впервые прошли официальные соревнования по волейболу на снегу. Организаторами состязаний выступила региональная федерация волейбола. Испытать силы на снежном корте отважились 9 команд. Соревнования прошли по официальным правилам волейбола на снегу – до 15 очков партии, до 2 побед.